Ваш отряд должен взять на себя этот чертов гараж. Операция должна пройти максимально быстро. Но будьте осторожны и понапрасну не рискуйте. Понял. Есть. Мы не ожидаем встречи серьезного сопротивления на этом маршруте. Как всегда, но мы должны быть начеку. Понял. Согласен. Слева приближаются боевики. Да, вон там автоматики. Открытый снайпер. Пора, перебейте их всех. Это не учение. Это настоящая мясорубка. Мы должны зачистить периметр, а затем захватить главное здание. Конвой будет поблизости. Все, вперед, вперед, вперед! Хорошо, обойдем здание с правого фланга. Отряды 3 и 4, за мной! Остальные бойцы заходят спереди. Осторожнее, не высовываться. Всем бойцам, говорит 2-1. Вижу боевиков на периметре. Внимание! Противник над нами! Крыша гаража! Не высовываться! Часовые на 12 часах. Командир, говорит 2-1, мы столкнулись с очень сильным сопротивлением. Кажется, они знали о нашей операции. 2-1, продолжайте выполнять задание. Если почувствуете, что больше не можете противостоять боевикам, отступайте.
Давайте! Наблюдать за перекрестком. Огневая точка в 50 метрах слева. Я вас прикрою. Давайте вперед! Уложите-ка тут нескольких негров. А мы пока отправимся посмотреть, что творится за гаражом. Сюда! Контейнером! Кажется, на дальней крыше кто-то есть. Вон там! Справа! Я пригляжу за этими Карлсонами. Давайте живее в ту дверь, я прикрою. Включаемся внутри. База! Говорит 1-3. Нас обстреливают! Всем бойцам немедленно обеспечить безопасность периметра. В случае осложнений немедленно выходите на связь. Понятно, 2-1. Работай спокойно, мы проконтролируем. Понял, 2-1 начинает операцию. Разберитесь с главным входом. Я слышал голоса. Пошли, пошли, пошли! Никого не осталось. 2-1, говорит Ромео 3. Вижу грузовики, которые направляются в вашу сторону. Грузовик разгоняется. Черт, чертовы нигеры. Они собираются протаранить главный вход. Всем покинуть помещение. Быстрее, быстрее. 2-1, говорит Ромео 3. Я засек движение на улице. В вашу сторону направляются боевики. 2-1. Приближается новый отряд боевиков. С этой стороны они тоже наступают. Эти негры везде. Есть! Ракетчики! Что это было? Все! Генератора больше нет. Не высовываться, открыть ответный огонь. Хорошо. Вы уже заминировали несколько. Отлично. Всем освободить помещение.
Держи! Будем у вас через несколько минут. Тем скорее, тем лучше. Я понял, Влад. Мы закрыли периметр. Почему бы тебе не оставить несколько сюрпризов для нашего друга Отто? У тебя еще осталось взрывчатка? Понял. Пожалуй, стоит установить ее на машине в гараже. Уже иду. Установлены. Отлично! Тогда по машинам! Рванем, когда будем в безопасности! Есть, командир!